Я об этом даже не думал, потому что, ну, наверное, это его сильно заденет или что. Но я как-то пример приводил еще, по-моему, несколько лет назад, пару лет назад. Вот. Ну, бывает, идешь по дороге, на что-то наступишь, ну, вытер ноги, иди дальше. Ну, еще на это, об этом думать. Все будет нормально, потому что главное, я сохранил свое имя. Я никогда не поменял бы место в камере, в тюрьме, на место того же моего бывшего друга Соке, там, в истории или в резиденции. И, наверное, он опять обидится, но когда заключенного в тюрьме говорят, что ты как Соке, заключенный обижается. Это яркий пример.